видимо, в какой-то момент, когда мы накапливаем свои знания, свои умения, и мы чувствуем, что это пошло, что это работает, нам очень хочется поделиться. Вот обратите внимание, Деннис Хаммонд сегодня, да, так сказать, это же человек, который вот-вот все отдает для того, чтобы его поняли, чтобы поняли его, чтобы не наступали на грабли, на которые он наступал. И он делится откровенно, честно, без всяких, так сказать, таких вот скрытых секретиков, которые, ну, так мне кажется, так сказать, он честен, откровенен.